Здравствуйте, уважаемые посетители портала armtorg.ru и читатели журнала «Вестник Арматура Строителя». Сейчас мы находимся на выставке «Акватерм» в Москве, и моим собеседником является специалист по выставочной деятельности компании АДЛ Курамшов Артем Константинович. Артем Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании АДЛ, чем она сегодня занимается и что сегодня представила на выставке. Компания АДЛ существует на отечественном рынке уже более 20 лет. Вот. За все это время мы ведем непрерывную работу по разработке нового отечественного оборудования для импортозамещения европейских аналогов. Вот. Выводим на рынок новые интересные продукты, которые, надеемся, в ближайшем будущем будут использоваться еще более широко, чем применяются сейчас. 2016 год у нас прошел под знаком импортозамещения. Вот, и мы разработали несколько новых продуктов, которые представляем сейчас на этой выставке, наряду с нашим широким ассортиментом, который всем давно известен. А если говорить немного о 2016 году, как для вас он закончился, какие, возможно, тенденции развития вы могли выявить по прошествию этого года, и какие, возможно, планы 2016 год построил на текущий уже 2017 год? 2016 год, можно сказать, начинался также с выставки «Акватерм», на которой мы презентовали несколько наших новых проектов. Вот. По итогам этого 2016 года мы как бы убедились в том, что продукты, которые мы презентовали, востребованы на рынке. Вот. Уже имеем несколько реализованных проектов, и несколько проектов сейчас находятся в проработке, то есть на производстве. Вот, то есть мы поняли, как бы, что курс у нас верный, вот, и продолжаем развиваться в этом году. И все-таки о продукции, которую вы представляете сегодня, могли бы вы рассказать немного подробнее, что конкретно вы сегодня представляете? Есть ли какие-либо новинки, какая-то новая продукция? Ну, конечно, на выставке «Акватерм» мы представляем наше стандартное оборудование, я имею в виду то, которое широко известно, это линейку шаровых кранов «Бивал» разных серий, вот. Также различные установки, остановку поддержания давления «Гранд Левел», блочные тепловые пункты, гидравлическую стрелку «Гранд Коннект», запорную арматуру, дисковый поворотный затвор «Стенвал», «Гранд Вэлл» и так далее. Если говорить о новинках, то в течение 2016 года мы ввели в ассортимент несколько новых позиций. Это, например, кран шаровый «Бивал» 10 серии. Он отличается от наших предыдущих серий кранов, ну, скажем, упрощенной конструкцией, вот, несколько упрощенной конструкцией, вот, но, тем не менее, не уступает по качеству другим сериям кранов «Бивал». Вот, зато за счет упрощенной конструкции и замены импортных комплектующих крана на отечественные достигается экономия цены до 50%. Вот эти краны мы производим широкий ассортимент размеров. Вот. Также можно сказать про новинку задвижку КР, серии КР-20, задвижка «Гранат». Эта серия аналогична тому, что я сейчас только что говорил, отличается упрощенной конструкцией. Вот, и в ней произошла замена некоторых импортных комплектующих на отечественные. Вот, за счет этого достигается существенная экономия цены. Вот. Кроме этого, можно еще отметить краншаровый «Бивал» для газа, который мы также представляем на этой выставке, с электроизолирующей вставкой в комплекте, в едином изделии. Вот. Год назад мы презентовали электроизолирующую вставку как отдельный элемент. Сейчас мы поставляем краны, в состав которых входят
в конструкцию которого входит электроизолирующая вставка, которые также в течение 2016 года показали как бы широкую востребованность. Вот сейчас у нас имеется несколько проектов, на которые мы готовим вот эту продукцию. Ну и также, как я уже говорил, то есть отдельно можно сказать про блочные индивидуальные тепловые пункты. Вот. Также имеется несколько реализованных проектов, и проекты сейчас также прорабатываются. Вот. Поставки не только на московский регион, но и в другие регионы нашей страны. То есть год назад мы презентовали, и вот прошел год, и за год как бы очень много было как бы интереса к этой продукции, и она уже как бы стоит на некоторых объектах нашей страны. Скажите, пожалуйста, вы в начале беседы упомянули о политике импортозамещения. Как вы думаете, на сегодняшний день она все так же успешно осуществляется? Или уже есть по прошествию времени, пока она действует, уже есть какие-либо пожелания, возможно, или недоработки этой политики? Ну, в общем, ваше мнение по поводу того, как импортозамещение проходит на данный момент? Импортозамещение... Вопрос, конечно, интересный. Вот. Немногие специалисты, как бы, эксплуатирующих компаний сейчас готовы как бы, раскрыть как бы, двери для отечественной продукции. Вот. Потому что долгое время на отечественном рынке преобладали импортные товары. Вот. Ну и в принципе, то есть российский менталитет диктует такую политику, что импортное – это лучше, чем отечественное. Вот. Тем не менее, ну, на примере как бы, нашего завода, наших специалистов и ряда других компаний я могу сказать, что работа по импортозамещению проводится очень большая. Вот. То есть изготавливаются аналоговые импортным товарам продукция, которая по качеству не уступает ни европейским, ни западным технологиям, что подтверждено различными испытаниями, сертификатами, вот, ну и другими документами. Вот, вся наша продукция проходит тестирование на заводе, вот, плюс потом как бы проводятся необходимые испытания для получения там, разрешительной документации. Вот, я могу сказать, что качество отечественного продукта, оно очень высокое. Вот. Но и, конечно, то есть осталось добиться того или дождаться, чтобы эксплуатирующие компании и как бы, государство полностью доверилось российским производителям, не оглядываясь на Запад и Европу. Хорошо, спасибо вам за ваш ответ. Сегодня только первый день выставки «Акватерм», но, может быть, у вас уже есть какие-либо впечатления, и чего вы ожидаете от выставки 2017 года? Ну, впечатления как бы пока хорошие. Мы в этом году представляем наш стенд несколько в другом месте выставки по сравнению с прошлым годом. Вот, я вижу, что активность посетителей и внимание к оборудованию достаточно высокая. То есть все подходят, интересуются нашими продуктами, и это, конечно, безусловно радует. Вот, то есть для первого дня, ну, результаты, конечно, мы будем смотреть чуть попозже, вот, но для начала первого дня результаты хорошие. Чего мы ждем? Мы хотим как бы проинформировать наших посетителей, наших клиентов, уже существующих и новых потенциальных, о наших новых продуктах, вот, о качестве наших уже давно существующих продуктов. Как бы подтвердить качество оборудования, у нас мы сюда привезли достаточное количество образцов из всего ассортимента. Ассортимент у компании очень большой продукции. Вот, мы привезли все, чтобы показать, чтобы дать возможность людям посмотреть, ну, как говорится, пощупать оборудование, убедиться в его качестве лично. Ну и, конечно, мы хотим развитие как бы, клиентских отношений для своей компании. Хорошо.
Хорошо, спасибо вам за ваши ответы, за интересную беседу. И наш финальный заключающий вопрос, традиционный. Ваши пожелания вашим клиентам или потенциальным клиентам, вашим партнерам и читателям нашего журнала и портала Вестника? Хотелось бы пожелать всем как бы удачного 2017 года, реализации поставленных целей и задач. Для наших партнеров и клиентов мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы как бы сотрудничать еще больше, еще продуктивнее. То есть по всем вопросам мы готовы оказать консультацию. Хорошо, спасибо вам большое за то, что приняли нас на вашем действительно впечатляющем стенде. И удачи вам в этом году, удачного выступления на выставке. Спасибо большое.